Украина-гейт затягивает петлю вокруг главного противника Трампа. Иван Данилов, автор блога Crimson Alter, специально для РИА Новости. Майдан, как и всякая цветная революция, начинает пожирать не только своих украинских политических детей, но уже положил на тарелку одного из своих авторов, вице-президента США Байдена, и сейчас затачивает вилку, которая будет в него торжественно воткнута. Вскрытием украинских грехов администрации Обамы занялись уже не только медиакиллеры из команды Трампа, но и такие мастодонты американских СМИ, как «Нью-Йорк Таймс» и главный юрист Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. «Украина-гейт» будет иметь последствия не только для внутренней американской политики. На самом деле его появление – это плохой знак и для новой киевской администрации. Создается впечатление, что для решения внутриполитических задач администрация Трампа готова, без какого-то видимого сожаления, сжечь медийный миф о том, что на Украине произошла некая революция достоинства в кавычках, и заменить его на гораздо более реалистичный нарратив о том, что на Украине случилось совместное ограбление целой страны дружным коллективом американских и украинских политиков, завязанных на так называемое глубинное государство, на которое так часто жалуется Дональд Трамп. В целом, картина взаимодействия американских политиков, в статье упоминается не только семья Байден, и украинских властей, даже в пересказе максимально лояльного к фигурантам издания New York Times, выглядит, мягко говоря, неприглядно. Хантер Байден был юристом, получившим образование в Йельском университете, работавшим в советах директоров Амтарк и ряда некоммерческих организаций, аналитических центров, но не имел никакого опыта на Украине. Он всего несколько месяцев назад был уволен из военно-морского резерва после получения положительного результата теста на кокаин. В некоторые месяцы ему будут платить до 50 тысяч долларов в месяц за работу в украинской, примечание редакции, компании Burisma Holdings. Хантер Байден, который покинул совет директоров Бурисма в прошлом месяце, был одним из многих американцев с хорошими политическими связями из обеих основных партий, которые за последние 10 лет зарабатывали на Украине. До недавнего времени Украина-гейтом занимался Джон Соломон, медиакиллер из команды Трампа. Но теперь вопрос вышел на уровень главного юриста американского президента, который пытается перевести вопрос в угловую плоскость. Специализированное политическое издание The Hill, в котором изначально появилась информация о скандале, сообщает, личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани в четверг призвал провести расследование в отношении Джо Байдена, утверждая, что у бывшего вице-президента и кандидата 2020 года есть конфликт интересов из-за предыдущих сделок с Украиной. Байденские конфликты интересов, примечание автора, слишком очевидны, чтобы их можно было игнорировать. И их следует расследовать быстро и безотлагательно. Но более важный вопрос заключается в том, насколько глубоки они и насколько глубоко зашел предполагаемый украинский заговор, написал Джулиани. Стоит обратить особое внимание на то, что в американском политическом дискурсе уже появился термин «заговор» в отношении связи американских и украинских политиков. Это прямой намек на то, что коррупционной темой никто ограничиваться не будет. И что демократическому истеблишменту в лице Байдена и других ключевых игроков администрации Обамы постараются пришить сговор с иностранным правительством с целью влияния на американские выборы или политическую систему. Более того, именно о заговоре с целью влияния на американские выборы через вброс компромата на политтехнолога Трампа Пола Манафорта писал Джон Соломон после общения со своими киевскими контактами. У администрации Трампа сейчас есть очень лояльный и довольно агрессивный генеральный прокурор Барр, который вполне способен придать Украина-гейту по-настоящему серьезный размах с соответствующими юридическими последствиями для пострадавших. Исходя из имеющегося опыта, можно также смело предположить, что среди украинских политиков или силовиков найдется достаточно желающих выслужиться перед Трампом путем сдачи соответствующих показаний. Эта версия развития событий выглядит вполне вероятной в контексте появившейся в газете New York Times информации, согласно которой Руди Джулиани уже встречался в Нью-Йорке с украинскими прокурорами именно по делу Байдена. По большому счету, официального Киева к моменту проведения американцами цветной революции было всего три актива – газотранспортная система, с помощью которой можно было шантажировать как Россию, так и Евросоюз, стратегически важный с военной и психологической точки зрения Крым, имидж страны, которая героически противостоит Путину. Крым уплыл
После судьбоносного референдума украинская труба уже лишилась части своего стратегического значения из-за строительства турецкого потока и потеряет оставшиеся после запуска, даже в случае его временной неполной загрузки, Северного потока-2. Не зря руководство «Нафтогаза» активно педалирует идею срочно найти стратегического европейского инвестора для украинской ГТС, при том, что желающих стратегических европейских инвесторов не видно. Остался только имидж страны, которая героически борется со страшным Путиным, но теперь он рискует претерпеть непоправимые изменения и превратиться в имидж страны, в которой сын американского вице-президента и другие американские политики пилили деньги и плели заговоры под прикрытием разговоров о том, что нужно бороться со страшным Путиным. Общественное сознание не терпит полутонов, и скрестить в нем в позитивном ключе историю о страшной коррупции и героической борьбе с Россией вряд ли получится. Если этот ключевой украинский миф пойдет под нож из соображений американской внутриполитической целесообразности, то пустить под нож саму Украину из соображений внешнеполитической целесообразности, особенно в том случае, если ее невозможно будет использовать для газового шантажа России после запуска «Северного потока-2», будет уже несложно и совсем не больно в медийном плане. И даже более, такое действие вполне можно будет считать довольно логичным развитием событий. То, в какой форме будет реализован бросок под нож, скорее всего, будет зависеть от конкретной геополитической конъюнктуры, благо вариантов много. От жесткого обострения ситуации в Донбассе с прицелом на повтор грузинского сценария и до последовательной хаотизации украинской территории с целью повесить на Россию и частично ЕС неприятную задачу срочной стабилизации несостоявшегося недогосударства. Впрочем, любой из возможных сценариев вряд ли будет хоть сколько-нибудь позитивным для официального Киева, но рычагов для изменения ситуации у него уже нет. Иван Данилов, автор блога Crimson Alter специально для РИА Новости. Украина-гейт затягивает петлю вокруг главного противника Трампа.